Обратите внимание, иду вдоль дороги, а нос смотрит градусов на 30 влево, потому что ветер с левой стороны, аппарат, крыло аппарата автоматически поворачивается на ветер. Получается снос. Если я буду идти вдоль дороги носом, повернусь, меня будет с дороги сносить все время с курса в правую сторону. Поэтому с боковым ветром приходится идти крабиком. Вот такая особенность у дельталета. В принципе, самолет тоже подруливает. Но мне кажется, там поменьше. Здесь-то крыло стреловидное. А с прямым крылом, я думаю, у самолета проблем меньше. Но это я так думаю. Вообще надо у самолетчиков спросить. Кстати, господа самолетчики, если вы смотрите этот ролик, напишите в комментах, как правильно на самолете удерживать курс полета вдоль шоссе при боковом ветре. Надо воспользоваться вертикальным оперением, то есть рулем, и довернуть самолет на ветер. Или надо воспользоваться элеронами и наклонить самолет в сторону ветра. А может быть, надо оба варианта сразу применять. Я-то, так сказать, в этом не особо шарю, поэтому не буду умничать. Подождем ваших комментариев. Заодно узнаем, смотрят ли самолетчики интересные дельталетные ролики. Или они только свои скучные самолетные смотрят. Шутю. Итак, ждем комментариев.